Наша новая видеоработа — это супер-короткометражный фильм, в котором есть сюжет, в котором есть главные герои и в котором можно читать по глазам. Мне не нужна картинка, мне нужна любая правда. Ты как устал, клоун, весь вечер на арене. Играешь супермена, розовый дым. Слышу демо, в моей голове сразу начинают возникать какие-то картинки, какие-то идеи. И исходя из того, какие это картинки, начинается представление, какой режиссер может это осуществить. И в данном случае 100% это был Алан Бодур. Вы знаете, идея для клипа родилась у Кости с Верой. И мне кажется, это необычная очень идея для Веры, потому что обычно у нее все очень возвышенные видеоклипы о большой какой-то вселенской любви. А это очень социальный, персонажный клип, где мы исследуем измену и то, как к ней стоит или не стоит относиться. Давайте еще. И поцелуй на нас! Розовый дым, душа без грима. Это любовь сильней всего. Но розовый дым манит и селит. Ты говоришь, а я не верю. Розовый дым, душа без грима. Здесь Вера и в клипе, собственно, предстает много иной, более какой-то близкой, более теплой, более понятной, как мне кажется. Она в этом клипе играет нормальную женщину со своими какими-то проблемами. Это совершенно какая-то четкая и понятная жизненная, что называется, ситуация о том, что нельзя жить иллюзиями, что нужно жить широко открытыми глазами и видеть мир таким, каков он есть. Потому что любого рода иллюзии, какие бы они ни были сладкие и розовые, то есть рано или поздно они рассеиваются, и человек в какой-то степени разочаровывается. Да, вот это оно! Ёлки-палки, 200 кадров с камеры, дайте мне! Ну, я вам хочу сказать, конечно, мозг обманут, ему очень сложно. Кажется, что я сейчас упаду.